Всем доброе утро, у нас сейчас 9 часов утра, и ко мне уже должна скоро приехать моя подруга за мной. И я уже немножко собралась, накрасилась, осталось еще что-нибудь сделать с волосами, хотя, в принципе, можно и так их оставить. И мы сейчас поедем аж в Кёльн, в парикмахерскую, и будем изменять себе свой имидж. Я хочу вообще радикально сделать что-то со своими волосами. Мне, если честно, надоело уже до того опять вот эти длинные волосы, и хочу также покраситься. Я вообще не крашусь. Последний раз я делала амбре 3 года назад уже. А вообще я человек, который не красит полностью волосы и голову. Никогда еще в жизни не красила себе волосы так полностью. Ну, в общем, посмотрим, что у меня там получится. Да, пора мне сейчас переодеться, то я стою здесь в домашней одежде, а то подруга приедет, а я здесь еще бегаю. Хотя я вчера говорила, ты обязательно приезжай вот пунктуально, а сама еще толком не готова. Ладно. Мы сейчас уже едем в дороге. Приехала моя Насика за мной. Хочу спросить еще в салоне, можно будет там снимать или нет, но я думаю, она, в принципе, разрешит. Ничего в такого страшного в этом нет. Ich bin schon ganz aufgeregt. Волнуемся немножко, но ничего. Настя такая серьезная, прям вообще даже вот танцует. Хотя нечего танцевать за рулем, да? Пойдем изменять свой вид. Тут, наверное, криво, выход, да? Настя, ты уже волнуешься? Немного. Я тоже волнуюсь. Немножко. Главное, чтобы нас вообще поняли, чего мы хотим, чтобы они прям вникли в наше желание. Да. Уже и дома. Сейчас вы видите меня уже с моей новой прической. Мне так нравится, вы просто не представляете. Я очень-очень-очень довольна. Если честно, то я вынашивала идею подстричься уже с весны, наверное. Но все-таки я хотела как постричься, так и покраситься. И я хотела пойти к человеку, который знает свое дело, который реально не испортит мои волосы, потому что именно с покраской у меня такое отношение не очень хорошее.
И я все время думала, что если я буду краситься, то только у профессионала, у знатоков своего дела, и все в таком духе. И для этого мы с подругой специально поехали в Кёльн. Я нашла салон в Инстаграме и по их фотографиям решила, что именно туда я и хочу. И они как раз-таки специализируются на балаяже, а также они наращивают волосы. Ну, стригут они, конечно же, тоже, стрижки делают. И я сказала, что я хочу удлиненное каре. Как раз то, что я хотела. И, то есть, цвет волос, это у меня теперь балаяж. Цвет волос тоже идеальный просто. Это... не желтый, не слишком белый, то есть вообще как надо. Я очень-очень довольна, очень свежо смотрится теперь. Как говорится, волосы не зубы отрастут, мне безумно просто нравится. 2 года назад я стриглась, и у меня, вы сами можете заметить, волосы отросли уже чуть ли не до талии, и теперь настало время опять какому-то изменению. Я просто без ума. У меня до сих пор еще меня переполняет такими эмоциями. Под видео, если вам интересно, я могу оставить ссылку на этот салон. И подстригал меня парень, который там работает. Если честно, у меня вылетело из головы, как его зовут. Но я его тоже видела в Инстаграме. Поэтому, если вдруг вам интересно, то пишите мне в комментариях, спрашивайте, я вам тогда отвечу. На этом у меня все. Видео получилось не слишком длинное. Вот сегодня у нас была тема только моей новой прически. Пишите в комментариях, как вам, понравилось вам или нет. Хотя... можете не писать. Самой мне очень нравится, поэтому я просто безумно довольна. Скоро сниму видео, наверное, как я их укладываю, потому что я специально посмотрела, как мне он их уложил. Вот сейчас у меня укладка уже упала, но он мне делал такие крупные волны, локоны, и выглядело это просто, ну, гениально. И я специально подсмотрела, как он все делает досконально, замотала себе на ус и буду дома пробовать. Итак, на такой счастливой нотке будем заканчивать с вами этот влог. Мы увидимся с вами в следующих видео. Всем большое спасибо за внимание и всем пока!